Вновь летнее настроение в нашей студии. За окном зима, бесцветное время года. Да. Печалька и депрессия, мы будем ее сейчас прогонять с вами. Убираем. Согласны? Да. Вместе с Эдемской розой. Посмотрите, какие цветы для вас распустились. Фарфоровый принт. Роскошное авторское постельное белье от лучшего российского бренда Art Design. И это постельное белье Эдемская роза. Сегодня по лучшей цене. 4 размера на выбор. 5 размеров на выбор. Юля. Большая размерная линейка. Огромная, слушай, вся размерная линейка. Конечно, Art Design всегда делает расширенную размерную линию, потому что, ну, белье особенное, оно коллекционное, оно само по себе по принту в ограниченной партии, но размерный ряд всегда удачный, чтобы вы смогли выбрать на любую постель. Полутораспальный, двухспальный и евро, это стандарты. Двухспальный с увеличенной евро-простыней для нестандартных матрасов и комплект семейный с двумя пододеяльниками каждой полутораспального размера. Юль, я знаю, что ты, ну, буквально недавно же была у нас на фабрике Art Design. Да? И ты видела, как все это создается. Ты мне рассказала, что все это ручная работа практически. Действительно, 50% ручного труда. Ребята, это чудеса. На самом деле, там целая художественная лаборатория. Девчонки пишут вручную принты, которые потом сделают вашу спальню неповторимой. Это коллекция необычных тонов от Art Design. Вы видите изумрудные, приятные оттенки. Трендовые, кстати, в следующем году. И эти нежнейшие фарфоровые розы цвета розового кварца. Цвета, который институт цвета есть такой у дизайнеров, признал одним из самых удачных тонов вообще для украшения дома. Давай покажем, да. Да. Вот, ну, давайте мы посмотрим на эту красоту и увидите вы сейчас вашу будущую очаровательную спальню. Ну что ж, да, давайте прогуляемся вот на фабрику, где ты недавно была. Да, производство мощнейшее. Это собственное производство и белье, которое сейчас мы вам представляем, выполнено вот на этом оборудовании немецкое, голландское и итальянское оборудование последнего поколения стоит. Это собственное производство, поэтому такие у нас удачные цены, собственные принты и качественные гипоаллергенные красители нового поколения. Компания Art Design – это ткань года. Вы получите легендарное постельное белье, которое завоевало сердца миллионов людей не только в России, но и за пределами нашей страны. Art Design, конечно, заботится не только об усладе наших глаз, а вы будете чувствовать себя просто хозяйкой пышного розария, правда? Любая женщина рада была бы лечь на розы, это очень хорошо, это благотворно для психики. А для тела важно, чтобы ткань была правильной. И вот Art Design использует только натуральные ткани, только натуральный хлопок, причем, внимание, Люд, это очень важно. Так. Сырье очень важно, и Art Design привозит сырье из Узбекистана. Ой, там самый лучший, да? Самый лучший, чистейший, очищенный электронным способом хлопок, без примесей, поэтому белье на выходе получается мягким, вам будет приятно к нему прикасаться. Дышащий. А, конечно же, на таком комплекте постельного белья не жарко летом и очень приятно зимой, потому что хлопок 100% пропускает воздух, и это главное его свойство. Заботитесь о своем здоровье, спите на хлопке. А это значит, такое постельное белье будет вас радовать и зимой, и летом, и весной, и осенью круглогодично. Конечно, вот он, 100% процесс воздухопроникновения. Действительно, это самое важное. За счет этого хлопок является прекрасным терморегулятором. То есть мы ложимся с вами в постель и не чувствуем жары и не чувствуем холода, а чувствуем приятное, сухое, комфортное тепло. Вот это важно. Поэтому хлопковое белье идеально на любой сезон. Ой, Юлечка, а давай посмотрим простынь. Она шикарная. Да, она с фотографичным принтом. Она в тонах, которые будут в моде в 2017 году. Уже дизайнеры сказали об этом. Вся зеленая гамма. В данном случае она коллекция необычных тонов. Изумрудный есть оттенок. Ну, это очень здорово. Кстати, Юль, скажи, пожалуйста, вот такое постельное белье из такой отличной ткани. Сколько оно будет нам служить? Ты знаешь, вот я очень рада нормы вам рассказать, потому что у Art Design они свои. Они используют 5 класса Еврокомфорт. Она суперпрочная, выдерживает стирок 400 примерно 400, по нормам. Да. Да, при температуре 60 градусов. А любимой температуре, кстати, посчитаем, которая убивает сколько микробы. Лет примерно? Ну, если, смотрите, если мы возьмем в расчете, вот мы будем менять каждую неделю постельное белье, ну, примерно, как мы это делаем в быту, ну, 8-10 лет это 100%. Так. Причем без потери качества, без деформации, без 10, накатывания. 10 лет будет служить вам такое постельное белье. Как мы выспимся, так и пройдет наш день. Поэтому вы выбираете
выбирайте самое лучшее. Сегодня действительно необычный день. Мы собрали для вас самое лучшее предложение, хиты и бестселлеры, которые уже оценили наши зрители по всей стране. Да, цен ниже уже не будет. Цена и так уже невероятно низкая. Юль, а помнишь, нам звонила женщина, которая работала профессиональной швеей. И она говорит: девочки, вот чем мне нравится ваш телеканал, что вы всегда показываете швы. Ну, давай показывать. Ну, все правильно, потому давай что качество показывать. Нужно смотреть с изнаночной стороны. У арт-дизайна очень хорошая, я видела ее сама, машина пятинитка японская. И она действительно очень хорошо обрабатывает боковой шов. Я почему его показываю? Потому что хозяйки знают, что он первый расходится после стирок. Смотрите, какая просто ювелирная, тесемная обработка. Сразу и оверлок, и кружевной надежный шов. Гарантия того, что постельное белье действительно с вами надолго. То есть вы делаете замечательную сегодня инвестицию, вложение в собственный уют. Нежность не только принта. Нежность еще и прикосновение. Юль, давай покажем еще раз эти невероятные розы. И эти розы будто прикасаются к вашей коже во сне. И это постельное белье «Эдемская роза».